Здравствуйте, мои подписчики. Я очень рад, что вы смотрите мой канал. Ставите лайки и оставляйте комментарии. Если кто не подписался, подписывайтесь на канал. Сегодня хочу поделиться с вами коротким видео о съемке на Sony 6400 и Tamron 2875 объектив. Это была студийная съемка. Мне было интересно протестить эту сцепку и посмотреть, какой получится результат. Ну, вы видите сами своими глазами, это JPEG. Фокусировка была настроены по глазам, соответственно, камера сама это ловила фокус, я даже не причастен был к этому делу, все идеально и отлично. Я могу сказать, что из 500 кадров, наверное, ну, 5-6 кадров она и так не сильно промазала, на самом деле, но в основном все вообще просто без промаха. Интересно ваше мнение о таких камерах, без зеркалках. В описании к этому видео я оставляю пару файлов, вы можете скачать на компьютер, посмотреть, покрутить. Поделитесь, пожалуйста, мне интересно, кто снимает на беззеркалке, кто снимает на зеркалке и на какие модели.